challenge time. И снова всем привет, и это уже, наверное, третья попытка записать эту главу. Первый раз у меня почему-то просто не записалось, второй раз я долго мучился, сказал похеру, пока не дойду до определенной точки, до которой мы дошли. Я поставлю на паузу, поставил на паузу, короче, и у меня через некоторое время вылетела игра. Вот, и почему-то файл не получилось в этот раз восстановить. Вот, сейчас буду пробовать. Не знаю, если получится с первой попытки дойти до финала, хотя вряд ли это будет. Я умудрюсь это сделать. На! Лещак такой, лещак. Лещак, еще раз лещак. Как же блоки у них пробивать, интересно? Хац. Ну сейчас что-то его прям неплохо бью. Ну вот хрен тебе. Ну конечно. Ай, вот так вот он неприятно делает, отнимает до хрена жизней просто. Видели, сколько он снял? Он все удары, что до этого попадал, меньше отнимал. Хватит, блин, так быстро бегать. Она ж разворачиваться не успевает. Давай, вали. Жаль, не получилось комбо с ноги, она отнимает больше. Неплохо. Еще раз неплохо. Да, вот этим ударом он любит меня подлавливать. За 2 минуты я его одолел. Ну, правда, он полжизни мне снял. Так. Нет, еще чуть-чуть. Привет, товарищи. Вас человек-муравей уменьшил? Вот с ними вообще неудобно драться, потому что хер поймешь, как их нормально бить-то. Хер тебе. Видите? То пробивает, то не пробивает. Правда, сейчас они после первого удара уже убегают. Стой, девочка, постой. Ну и похеру. Так, теперь нам нужно еще раз выманить аккуратненько товарища. Так, надеюсь, я только одного выманил. А то опять придется. Вроде бы да. Слушай, мужик, прекрати, а. Вот он вечно тоже меня надо там подлавливает. Ну конечно. Ладно, делаю еще одну попытку. А из него выпадает как раз таки гиппо. Давайте попробуем все-таки вот этим ударом. Хотя, видите, он тоже умудряется меня. Блок ставит. Хотя, вот смотрите, ничего.
Им этим ударом проще попадать. Давай ты не будешь меня лишний раз бить, а? Мне и без твоих ударов там сложно будет даже с полными жизнями это сделать. Да вот как ты это можешь умудриться сделать? Объясни мне. Ты у меня после этой битвы превратишься в сову. Интересно, на какой дальности эта хрень работает? Потому что работает она очень даже неплохо. Подловил, да? О, неприятно подловил. Ну да, постепенно можно, конечно, приноровиться и вообще убивать без повреждений. Ну кто это будет делать? Я что ли? Нет. Просите Аксала, может быть, он когда-нибудь покажет мастер-класс. Это кое-как научился это делать. Спиноломатель. Так, вали. Так, следующего. А-а-а, что ты айкаешь? Иди сюда. Да может ты что-нибудь сделаешь с ним? Ну вот хотя бы вот так. Хотя их бей, убивай, не убивай, бесполезно на самом-то деле. Они все равно ничего не дают. Я не знаю, как это стало неожиданно начало действовать, потому что раньше делал точно так же. Но теперь почему-то это не пашет. Чё, хотите сказать, что он меня не увидел? Вы издеваетесь? А сейчас я таким образом двух согрю. Или все-таки одного получится? Извините, мне некогда отвечать в скайпе. Боевая ничья. Фух. Пауза. Ой, чай допит, все. Этого уж мы как-нибудь раскидаем. Наверняка. Да чтоб тебя, мужик, иди нахер. Удивительно прям. И примерно столько жизни у меня оставалось в прошлый раз. Хотя нет, наверное, чуть больше все-таки. А там такое ощущение, что что-то есть. Или это как раз-таки конец уровня. Да, и тут, по-моему, конец уровня. Да-да-да-да-да, точно. Вон там, видите, эти
штукевина. Это нам очень пригодится на битве с боссами. Давай, беги сюда. Один на один. Ты совсем охренела? А вот это вы как-то вообще не круто придумали. Дамы. Вот, значит, как. Вот так, да, берешь и кидаешь, короче, смотри, клево, да? Хера себе! А ты мне, конечно, ничего вкусного не дашь, да? Ты просто сдохнешь. Вот тварь. Вот ты, по-моему, мне должна дать. Ух ты! Да, тварь! Она была слабачкой. Слабачка тебя чуть до жопы не надорвала, если бы... Если бы этого не было бы столько товарищей в большом количестве. А вот я бы столько блок не смог ставить. А он, пожалуйста. Он даже блок, видел, поставил, будучи валяющийся. Это вообще честно? Это закон вообще? Получи, фашист. По морде. Вот хер тебе. Хер тебе всрыло, сраный урод. О! Ну не получается лучше. Хоть ты тресни. И главное, не пробежишь. Я пробовал пробегать. И исход тот же самый получается. Так, я как-то выманивал по одному все-таки. А залог? Залог успеха все-таки выманивать по одному. Давайте подальше было место для маневра. Ладно, пойдет. Как будто у меня выбор есть. Не, конечно, могу перезагрузить уровень. Но нам не надо. Давайте еще раз попробуем. Надо аж учиться спиноломанию. Еще может пригодиться. Вот как это понимать, смотрите. Слушай, иди нахер. Выёживается он еще тут. Ладно, вроде одному выманили. Что, не подловил в этот раз, да, своим суперударом ножным?
Короче, это аналог спиноломания, видимо. Только именно ударом руки. Ну иди сюда, чё ты? Вот если они опять сейчас начнут в стенах прятаться, то хер я что сделаю. Потому что до этого получалось из-за стены их бить. Но эти же умные, они блок ставят. Вот, значит, как. Нет, вот так, смотри, оп. Вот это вы вообще обнаглели. Дамы, 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 успокойтесь. Что за лесби-вечеринка у вас тут? Пожалуйста. Да я еще раз и просил что-то. Десятикратная боль. А меня не пропустят сюда. Может, получится как-нибудь все-таки разъединить? Ага, хер там, меня теперь назад не пустят. Блин, это свитчер, да ты-то что включился? Успокойся. Тихо. Десятикратная боль. Короче, я срежу с того момента, когда я попал к боссу. Похеру. Не хочу я залпом проходить. Видите, не получается. Так что смотрите продолжение того, что я записал вчера. Мы продолжаем на одном из этапов. Из одной из попыток. Игра в очередной раз вылетела. Вот не понос, так золотуха, честное слово. Иди сюда. Ну и что ты там встала? Да, комбами быстрее, конечно, они выносятся. Но если бы они еще не блокировали так их постоянно. Так, что еще? Кто еще? Сюда, да! Чекпоинт, бы. Слышь, что? Расстроишься. Ты лгал мне. Я говорил тебе только то, что ты должна знать. Ты использовал меня. Я делал свою работу. Что было бы хорошего в том, если бы я рассказал тебе все? Давайте вы не будете брать. О, это ты правильно сделала. Ты. Львиный топор. Вот тебе львиный топор. Львиный топор. Нет, вот ты совершенно не прав, в корне не прав, я бы сказал бы даже. О, да, вот иди сюда. О, как хорошо. Ты тоже дух.
кто бы сомневался. Да, вот сейчас мне это очень пригодится. Угу. Так, а куда мне теперь? Предметы, оружие, дневник, помощь. Какое-то задание невменяемое. Никакое. Может мне назад вернуться? Нету, закрыто. А, о. What the fuck? И лазеры неожиданно включились. Как бы тебе так захерачить бы отсюда вообще, может быть? Да ладно. Тихо. Тихо, ребята, тут я знаю, есть вкусняшка. Давайте. Львиный топор. И вот и как ты меня увидел? Тихо, мужик. Ты не видишь, я немножко занят. Ни хера себе ты выдаешь. Ладно, сейчас мы его так напнем. Я не думаю, что он будет сложнее того чувака. Хотя, может, я ошибаюсь. Гребаные духи. Так, отлично. Может быть, этого козла тоже вырубить таким образом? Ну или к херам его вот так вот выбросить. В принципе, тоже неплохо. Хотя в нем могло бы что-то полезное быть. Да ну, это самое. Что там, а что с тобой? Что? Май Хосигава. Ведь это твое имя, правда? Я не уверена, кто я. Ну хорошо. Позволь мне помочь тебе. Государственная охрана. Пешка TCTF. Убийца. Говорит о чем-нибудь? Оставь меня в покое. Я не могу сделать этого. Ты тайный агент.
У меня приказ схватить тебя. Ну, конечно. Она использовала поле. Есть еще что-нибудь? Не то, что я хотел. Блин, я не уверен, что смогу ее потянуть сейчас с теми жизнями, что у меня есть. Что-то какой-то вообще нереальный уровень. Опять нет. Я не буду тратить лишние патроны, но они мне пригодятся. Давайте. Вот как он меня видит, объясните мне. Так, тихо. Вкусняшку возьмем сразу. Как, впрочем, и эту. Да как этот гребаный блок пробивать только, объясните мне. Это самая дерьмовая боевая система из всех, которых я когда-либо видел. Почему приходится тупо бегать и бить вот так вот? Это что, разве интересно? Сломал в воздухе шею ему. Правильно, нехер. Есть еще постоянные видео-вставки, которые нельзя пропускать. Слушай, вот ты мне совсем сейчас не в тему. Ты не будешь стоять опять. Ну, примерно столько же и потратилось.
Здесь это вообще что-нибудь интересно полезное. Привет, Май. Что? Май Хосигава. Ведь это твое имя, правда? Я не уверена, кто я. Ну хорошо. Позволь мне помочь тебе. Государственная охрана. Пешка TCTF. Убийца. Говорит о чем-нибудь? Оставь меня в покое. Я не могу сделать этого. Ты тайный агент. У меня приказ схватить тебя. Отлично, только ей как бы похеру. Не особо-то много оно и отнимает у нее. Это у меня отнимает, ой-ой-ой. Хотя нет, смотрите, у нее немножко осталось. Давайте, давайте чуть-чуть. Да ладно. Что-то это быстро склеилось, дамочка. Причем здесь особый режим, причем здесь мужик. Так, нет, наверное, сейчас смотрим заставку и все. Что-то я... Пусти меня! Меня в сон совсем клонит. Тут сейчас такая с ноги за 11, нет? Она просто сверху сразу. Фу, секретная лаборатория. Где же сегодня наш милый доктор Гриффин? Наверное, обследует боевой комплекс. Мы что, два раза упали? Опять. Электрошокер и... Чё, электрошокер только? Ладно, этим мы займемся уже в следующий раз. Пусть серия маленькая получилась. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Рага. Всем пока.